период охлаждения будет работать для договоров со сроком действия не менее 30 дней. Расторгнуть их можно будет, если по ним не происходило страховых случаев. Если условия соблюдены, премию будут возвращать в полном объеме в течение 10 дней. Вообще система ОСАГО активно совершенствуется. Так, значительные изменения были внесены прошлым летом. Первое и самое главное – это увеличение страховых сумм. За вред, причиненный имуществу, страховщики теперь платят до 400 тысяч рублей. Ранее до 120 тысяч. За вред жизни или здоровью – до 500 тысяч рублей. Ранее всего 160. С 1 июля появилась возможность заключить договор ОСАГО в электронном виде. Также был увеличен лимит выплат в случае упрощенного оформления документов о ДТП. Так называемого европротокола с 25 до 50 тысяч рублей. Более того, этот лимит по выплатам, если ДТП произошло на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской области, и страховщику представлены материалы фото или видеосъемки, полученные с использованием навигационных спутниковых систем, увеличен до 400 тысяч. Также спустя более чем 10 лет после введения ОСАГО разработана единая методика оценки ущерба, включающая в себя справочники стоимости работ, материалов и запасных частей. Единой методикой и справочниками обязаны руководствоваться и страховщики, и независимые оценщики, и судебные эксперты, что снижает количество судебных споров. Кроме этого, снижен максимально применяемый процент износа. Не нужно выписывать отдельные полисы или прицепы. Четко прописаны применяемые к страховщикам штрафные санкции. Получила развитие автоматизированная информационная система ОСАГО.